Для замены стоек стабилизатора на Peugeot 308 Restyle нам понадобятся стойки. Вот, если что, номер. Ну, стойки, скажу, среднего качества. Так, маленькая трещотка с торксом на Т30. Накидной ключ на 16. И баллонник, чтобы подкрутить нам колесо, на 17. Ну, в нашем случае такой ключ. И два домкрата. Так, первым делом срываем болты на колесе. Так, поддомкратили автомобиль. Для чего я говорил, надо два домкрата. Вот мне сейчас придется вот этот убирать домкрат, чтобы поднять и рычаг передний. Так, снимаем колесо. Вот наша стойка стабилизатора. Вот она. Вот. Вот она идет. Все, оп, сняли. Так, берем новую и ставим. Оп. И закручиваем. Так, все, поставили мы. Все затянули. Ставим обратно эту вот крышечку. Вот так. Все. А теперь отдомкрачиваем рычаг. Прикручиваем колесо. Ну, домкратим, убираем пенек. Вот и все. Не торопитесь отдавать свой автомобиль на ремонт, когда можно сделать самому. Ссылочку на Instagram я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!